Kia Epirus, она же Avanti. Машина, сделанная под американский рынок, включает в себя и двигатель. Все шестерки и вешки от 2.7 до 3.8. Ну да, круто. Что по морде? Либо это Ешка, либо это Бугатти. По жопке. По Америке это больше Линкольн, по Европе своя. Так, для меня лично машина правильная. Не для меня лично, нету шарма. Мы, конечно, можем представлять Корею люксовой, но, может быть, она и люксовая, только кто это ценит, то. Нам для люкса нужны звезды, типа Линкольна или Мерседеса, либо Ореол от Крайслера, или на худой конец BMW. Для нас крайне сложно узнать, что производитель малолитражек способен на большее. Но мне эта машина понравилась. Хотя в Америке ее продажи остались на крайне низком уровне. Америка, походу, Корею не ценит вовсе. Кроме как Hyundai Tiburon. Хотя, по сути, это самый замусоленный из американских масл-каров. Ну а дальше вам информация от дилера. Kia Epirus. Что это такое? Я почитал журналы, полистал. Кстати, самые великолепные отзывы, ну, с небольшим вопросом, я увидел в Top Gear. Да, этот автомобиль как бы позиционируем как автомобиль сегмента E, но этот автомобиль по наворотам, он переплевывает сегмент E. И Top Gear заметил, что этот автомобиль похож на Mercedes. А я не соглашусь. Это не есть копия Mercedes и не есть пародия на Mercedes. Mercedes E-класса очкарик, кстати, между прочим, появился после того, как в 1996 году появился Ford Taurus очкарик, да? Который, соответственно, произвел фурор, и все решили очки надевать. Но давайте заглянем и еще в прошлое. Очки всегда носили замечательные кошки породы Jaguar. Так вот, это все оттуда идет. Но при этом Kia Epirus — это ни в коем случае не подражание. Это нечто совершенно бесподобное, я вам серьезно говорю. Тем более, учитывая вот эту сегодняшнюю цену, 880 тысяч рублей, я вам так скажу, вот даже самая фаршированная комаруха, она, ну, мягко говоря, отдыхает по навороченности. Что здесь есть? Так, постараюсь побыстрее, потому что, ну, время эфирное ограничено. Здесь 8 подушек безопасности. То есть вы абсолютно безопасно можете экспериментировать, но лучше не надо, с прочностью корейского автомобиля. Здесь аналоговые часы, это я так, мелочей. Здесь полный электропакет, включая запоминающееся, между прочим, положение водительского сидения и рулевой колоночки, которая под воздействием сервопривода перемещается легко. Здесь ESP, EBD, ABS, это, ну, разумеется, как и еще в топовой комплектации. Здесь даже позаботились о заднем сидении. Здесь в заднем сидении установлены и подстаканнички. А вот если ваше пивко немножко такое тепленькое, то вы можете положить вот этот бардачок, который у меня под рукой, включить кондиционер, и здесь специальное охлаждение такого бардачка. Как вам такой фарш? Да, вот этот усилитель руля. Но какой он еще должен быть на машине, которая более чем солидно выглядит и также солидно едет? Что под капотом? Так, а вот теперь Мерседесы. Ну-ка быстренько в сторонку, Е-класс весь. Это fuck out of here. Что тут есть? А тут я ничего не увидел, потому что, ну, вот это стиль работы. То есть, ну, есть лючочки, которые вам показывают, что вот здесь можно тут подлить, вот здесь добавить. И под капотом здесь, разумеется, любимый мой V6. Американского пошиба 3.5. Кайф. Что касаемо мощности, кто-то может сказать, что вот, допустим, с 3.5 можно уже выкачать до 280 кобыл, а можно и 300 с лифтом. Но давайте все-таки не будем в Америку палки кидать и камушки, тем более, что, ну, не докинем точно. Америку все-таки надо любить и надо уважать. И почему американцы предпочитают вот такие двигатели? А Kia Epirus — это, ну, скажем так, настоящий автомобиль, который сделан с оглядкой на Америку. Так вот, эти двигатели, хотя они обладают, ну, казалось бы, такой вот мощностью там, да, 202 кобыла, но зато они обладают крутящим моментом. А теперь для тех, кто автостоп смотрит и не всегда понимает, что такое крутящий момент. Так вот, крутящий момент — это тот самый пинок под задницу, когда вам необходимо это сделать. Степ-даун — и полетели. И все. И крутимся, и вертимся. А если сильно захотели, переключили в режим спорт. И вот, пожалуйста, вот это и есть крутящий момент.
Но, кстати, вы, наверное, обратили внимание, что наша камера даже не шелохнулась. А это о чем говорит? Это говорит о том, что, ну, подвеска здесь настроена более чем на комфортную езду. Да, в очередной раз мы убеждаемся в том, что Корея выбрала именно свой подход в автомобильном искусстве, в искусстве создавать автомобили. Вот даже, казалось бы, абсолютно ненужные вещи, как раздельный климат-контроль, датчик дождя, и регулируемая подвеска, зачем она нужна? И при этом в такой комплектации за такую цену. А это, скажем так, вот та самая сладкая конфетка, после которой вам еще захочется задуматься о приобретении автомобиля, сделанного, спроектированного корейскими инженерами. Потому что, ну, японцы, хорошие японцы сейчас стали очень дорого стоить. Ну, та же самая 3,5-ая камрюха, это уже 45. Ну да. Немцы. Ну, немцы, к сожалению, в свое время потеряли свое качество и вот теперь с трудом свои позиции отвоевывают. И опять же, все, что делается нормальное, а это нормальное, как правило, ну, А6 там, Бэшка пятерка там, Е-класс, ЕС-класс, это все на Америку и стоит совсем дешево. И вот вам есть такой же вариант, который стоит, ну, скажем так, в два раза дешевле. По-моему, более чем достойный выбор человека, который ценит стиль, комфорт, быстроту, при этом экономичность и шарм. А шарма у Kia Purus выше крыши.